вас приветствовать в стенах Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Паркера. Меня зовут Шестит Калина Владимировна, и я являюсь директором Института повышения квалификации и подготовки нашего университета. Я очень рада видеть вас в нашем зале, потому что сегодня впервые мы проводим белорусско-итальянский фестиваль психологического мастерства. Этот фестиваль организован в рамках сотрудничества нашего университета с Флорентийским государственным университетом. И я очень рада представить вам сегодня ведущих специалистов, которые будут работать в рамках нашего фестиваля. Это Джорджо Нардоне, профессор Флорентийского государственного университета. Патриция Берингала, также профессор Флорентийского государственного университета. Заместитель директора департамента педагогики и психологии этого университета. Сегодня нашу работу делать ее комфортной, понятной для всех нас, не только в рамках содержания, что касается психологического мастерства, но и доступного перевода содержательного, будут обеспечивать Галина Гатальская, доцент Института повышения квалификации и подготовки, и Марианна Савельева. Это доцент Белорусского государственного университета. Нам очень приятно приветствовать гостей такого уровня в нашем университете. Я думаю, что первое мероприятие, которое мы организуем, это будет только начало нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества. Хотя такое сотрудничество с Флорентийским государственным университетом у нас уже длится более 10 лет. Это очень приятно, потому что оно уже, это сотрудничество получает свое продолжение. Мне приятно сказать вам о том, что группа наших преподавателей во главе со мной, мы выиграли программу международной академической мобильности «МОСК». И в июне месяце мы уезжаем на стажировку во Флорентийский государственный университет за счет средств, которые выделяет Европейский Союз. Это очень приятно. И вот Патриция будет обеспечивать как раз-таки содержание, реализацию содержания такой стажировки. И я надеюсь, результатом такой стажировки станет наши совместные проекты с Флорентийским государственным университетом еще на более высоком уровне, и в том числе для других преподавателей нашего университета в первую очередь. Сейчас я хочу предоставить слово Галине Гатальской. Она более подробно вас познакомит с теми, кто будет работать с нами. А работать мы будем с вами 2 дня. Сегодня первый день, который будет обеспечивать как раз-таки Джорджо Нардоне. И второй день, где у нас пройдут 8 мастер-классов, которые будут проводить 9 человек. В ваших программах, которые вы получили, это очень подробно отражено. Мы будем работать в соответствии с нашим регламентом, который также у вас в программе обозначен. И я надеюсь, что наше сегодняшнее с вами взаимодействие будет очень содержательным, очень доступным и очень практически значимым. Как для вас, так и для наших международных коллег. Спасибо. Галина, вам слово. Всем доброе утро. Я очень рада, что это мероприятие начинается. И уверена, что оно должно состояться так, как мы его задумали. А вообще говоря, идея провести нечто такое, именно белорусско-итальянский фестиваль психологического мастерства, возникла еще в 2003 году, когда мне посчастливилось посещать школу Джорджо Нардоне, школу специализации по краткосрочной стратегической психотерапии. Это одно из направлений, в которых психологи, получившие образование, а также медики, поскольку это направление также занимается, реализует психологическую помощь и в ситуации клинических проблем. Имеют возможность получать как постдипломное образование, длится оно 4 года, и реализует это школа Джорджо Нардоне. Очень интересно, знаю людей, которые эту школу окончили, и как бы идея возникла также такого рода, что хорошо было бы, может, организовать такое направление постдипломного образования и для белорусских психологов. Поэтому надеемся, что фестиваль, возможно, станет такой визитной карточкой этого направления в Беларуси и откроет такие возможности и для наших психологов обучения именно направления краткосрочной стратегической психотерапии.
Хочу сказать буквально пару слов по программе. Сегодня мы работаем целый день с Джорджем Ардоне. Думаю, что наши ожидания более чем оправдаются. Часть первая, она познакомит нас со спецификой этого направления, стратегиями, техниками работы. А часть вторая, это будет мастер-класс, где работа будет с конкретными нашими людьми, будет возможность посмотреть, как эта работа реализуется во внутреннем круге. Ну и кто-то для себя выбрал формулу участия аквариума. Если будут возникать какие-то вопросы у вас, можно обращаться, пожалуйста, если в отношении тоже коммуникации с нашими гостями захотите что-то спросить, сказать, обращайтесь ко мне или к Марианне. Теперь несколько, я думаю, несколько минут для того, чтобы предоставить слово нашим гостям. И если у вас возникли какие-то вопросы уже вот по программе, пожалуйста, обращайтесь, можно эти вопросы прояснить уже сейчас. Хотелось бы, чтобы к концу дня по поводу участия в завтрашних мастер-классах, да, вы отметили, на какие мастер-классы вы хотели бы пойти. Презентация мастеров, организующих мастер-классы, будет завтра, потому что завтра именно день, который... которые будут работать другие мастера. Да? Сегодня первый день с Джорджем Ардоне, у нас будет сейчас возможность с ним хорошо познакомиться. Спасибо. А сейчас слово предоставим официальному координатору нашего договора, человеку, с которым действительно уже очень-очень много лет мы сотрудничаем, как уже сказали, замдиректора Департамента психологии и педагогики, профессору Патриции Мерингола с приветственным словом. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Io sono Patrizia Merigolo, come ha detto la professoressa Gatanskaya, e sono la responsabile insieme a lei dell'accordo internazionale tra l'Università di Firenze e l'Università Max Planck Minsk. Ответственная за соглашение двустороннее между Педагогическим университетом и Флорентийским университетом. La nostra collaborazione va avanti da parecchi anni e siamo sicuri che potrà andare avanti ancora molto. Наше сотрудничество длится уже много лет и мы уверены, что оно будет продолжаться и дальше. Sono particolarmente contenta oggi perché a questo Festival delle Abilità Psicologiche abbiamo l'onore di avere il professor Giorgio Ardone, che sicuramente è probabilmente il maggior creativo e interessante personaggio della psicoterapia italiana. Di questo ne sono sicura e sono molto contenta che abbia accettato l'invito a collaborare con noi. Особенно приятно мне, что сегодня среди гостей нашего фестиваля мы имеем Джорджо Ардоне, который представляет, на мой взгляд, ведущего специалиста и наиболее творческого, наверное, специалиста в области психотерапии. Quindi non vi rubo altro tempo. Grazie per questa realizzazione e ci vedremo oggi, domani anche per iniziative che programmeremo. Grazie. Io interverrò domani mattina con un lavoro sulla resilienza che, come vedrete, ha anche molti aspetti collegati con l'approccio sistemico strategico del professor Ardone, con il quale collaboreremo, stiamo già iniziando una collaborazione anche sulla resilienza. Quindi vi ringrazio e ci vediamo
nella giornata di oggi e di domani. Мой мастер-класс будет посвящен вопросам жизнестойкости. И я покажу, как мой подход может сочетаться с стратегическим психологическим подходом Джорджа Нардоне. У нас тоже зародилось сотрудничество, и мы покажем, как оно может реализовываться и в этой области. Так что до встречи в рамках моего мастер-класса и на этом фестивале. Спасибо. А сейчас слово приветственное представляется хедлайнеру нашего фестиваля, как мы написали в программке, Джорджо Нардоне. Получил стипендию и был стипендиатом, тогда это так называлось.
E avevamo un progetto di ricerca. И у нас был научный проект, исследовательский проект. Il mio progetto di ricerca come giovane assistente universitario. И мой научный проект как молодого исследователя, ассистента итальянского. Era studiare la epistemologia dei modelli della psicologia e della psicoterapia. Исследовать модели, эпистемологические модели психологии и психотерапии. Siamo nel lontano 1981. Мы в далеком 1981 году. Quasi un secolo fa. Почти век назад. E io ho cominciato a quel tempo quindi a studiare tutte le teorie e tutte le applicazioni nell'ambito clinico della psicologia. In тот период я начал все методы и теории исследовать в области психологии прикладной психологии. Passando al vaglio dei criteri epistemologici le differenti teorie della psicoterapia. И я приступил к исследованию вот этого огромного массива теорий и стратегий в психологии, которые были в то время. E permettetemi solo per un attimo di spiegare cosa significa questo tipo di lavoro. Позвольте мне хотя бы на момент объяснить немножко, что в чем состояла эта работа. Perché molto frequentemente la parola epistemologia viene equivocata. Потому что очень часто слово эпистемология понимается неправильно. Ma l'epistemologia è quella disciplina che si occupa di studiare come una scienza costruisce la sua conoscenza. Под эпистемологией понимается наука, которая исследует методы, применяемые какой-то наукой. Ovvero attraverso quali metodi teorici ed empirici una disciplina scientifica costruisce il suo impalto teorico ed applicativo. Или посредством каких методов практических и теоретических наука выстраивает свое поле. Valutando se questi rispettano i criteri di scientificità. Оценивая, соответствуют ли эти методы критериям научности. E quindi il mio compito allora era studiare le differenti teorie. И моя задача в то время была исследовать различные теории. E verificarne la validità scientifica. И оценить их научную значимость. Diligentemente ho cominciato a studiare i modelli della psicologia e della psicoterapia. Прилежно я начал изучать различные модели в психологии и психотерапии. Анализируя attraverso questi criteri. Анализируя их, исходя из этих критерий. E dopo il primo anno di lavoro. Через год такой работы. Emerse piuttosto chiaramente un qualcosa che di solito tuttora stupisce. Наткнулся на нечто, что до сих пор потрясает. Che in quegli anni non esisteva un modello, una teoria della psicoterapia che potesse essere ritenuta scientifica. Что в те времена не существовало никакой единой модели психотерапии, которая могла бы называться научной. Perché non rispettava nel suo costruire il modello di intervento i criteri del rigore scientifico. Потому что эти методы не отвечали критериям научности и методы, которые они применялись. L'unico approccio che appariva più vicino a un modello di rigore scientifico era quello della scuola di Palo Alto. Единственная модель, которая по видимости отвечала этим критериям научности, это была модель школы Пало-Альто. Per questa ragione. Именно поэтому. Io ho ottenuto una borsa di studio per andare a studiare cosa avveniva al Mental Research Institute di Palo Alto. Именно по этой причине я получил стипендию и отправился туда, чтобы изучить, в чем же собственно состоит подход вот этого научного центра Пало-Альто. Così in quegli anni. Итак, в эти годы. Sono giunto in quell'angolo della California.
Я отправился в этот уголок Калифорнии. Dove c'era un concentrato delle menti più fulgide del nostro campo in quegli anni. Где в этот момент был сконцентрирован, были сконцентрированы самые яркие силы в этом направлении. Il Mental Research Institute era un centro per lo studio dei disturbi mentali. Этот институт занимался психическими расстройствами. Sorto alla fine degli anni 50 come una propaggine del grande progetto di studio sulla comunicazione di Gregory Bates. Этот центр был заложен в 50-е годы для исследования методики и теории Грегори Бейтса. E la teoria di fondo che su cui si basavano queste ricerche. И базовые теории, на которых основывались исследования этого института. Era la pragmatica della comunicazione. Это была прагматика коммуникации. Ovvero come la comunicazione tra gli individui. Или как коммуникация между индивидуумами. E tra ogni individuo e se stesso. И индивидуума с самим собой. E tra l'individuo e la sua società, la sua cultura. И между индивидуумом и его обществом, его культурой. Costruisca sia le realtà sane che le realtà patologiche. Выстраивает как патологические реальности, так и здоровые реальности. In altri termini, dopo 2500 anni, другими словами, после 2500 anni, после 2500 лет, la scienza moderna, современная наука, tornava alle posizioni dei filosofi sofisti. Возвращалась к позициям философов-софистов. Perché come vedremo in seguito nell'antico mondo ellenico. Потому что, как увидим мы далее в античном эллиническом мире. Prima dell'avvento della filosofia platonica. Еще до появления философии Платона. Per oltre 10 secoli. Более 10 веков. Ciò che ha reso il mondo ellenico così importante per la nostra tradizione. То, что сделало эллинический мир таким важным для нашего восприятия. È stata proprio la tradizione dei sofisti. Это была именно традиция софистов. Il loro conoscere il mondo attraverso il linguaggio. Их познание мира через язык. E ritenere il linguaggio la comunicazione. И считать язык коммуникацией. Come ciò che ci permette di accedere non solo alla conoscenza del mondo, ma alla costruzione delle nostre relazioni. То есть то, что позволяет нам не только узнать мир, но и выстроить наши отношения с этим миром. Ma voi dovete sapere che nella cultura occidentale, но вы должны знать, что западная культура, dalla nascita della filosofia come disciplina che si occupa della ragione, с рождением философии как дисциплины, которая занималась разумом, рациональностью. Ok. Da Socrate in poi. От Сократа и далее. Tutto ciò che era la tradizione sofista è stato cancellato. Все то, что касалось софистской традиции, было удалено, не использовано. E il linguaggio è stato considerato come un modo per trasmettere informazioni. И таким образом язык стал восприниматься как способ передачи информации. E si dovevano evitare nel mondo della scienza tutte le forme di influenzamento attraverso la comunicazione. Come se questo fosse possibile. Ma il linguaggio è stato ricondotto a un veicolo per lo scambio di informazioni, non più un mezzo per influenzarsi a vicenda. И таким образом язык был низвергнут как бы до способа передачи информации и не воспринимался более способом влияния и взаимовлияния на людей. La scuola di Palo Alto ha il grande merito di aver ricondotto l'attenzione invece agli effetti pragmatici della comunicazione. Школа Пало Альто имела большое значение именно тем, что она вернула забытое значение прагматики коммуникации. Ovvero, come ognuno di noi, consapevole o inconsapevole,
или как каждый из нас, сознательно или бессознательно, quando comunica con se stesso e gli altri nel mondo, когда общается с самим собой или с другими, или с миром, costruisce la sua realtà, выстраивает свою реальность, soprattutto attraverso il tipo di linguaggio che utilizza, особенно посредством языка, который он использует. E questo è molto importante perché in quegli anni ci fu un vero e proprio tipo di innovazione potente rispetto all'ambito non solo della psicologia e della psicoterapia. E questo è molto importante perché in quel momento era un grande открытие e non solo nell'ambito psicologia e psicoterapia. Ma questo approccio ha influenzato tutte le discipline scientifiche. Но такой подход повлиял на все научные дисциплины. Il libro Pragmatica della comunicazione umana del mio maestro Paul Watzlawick. Книга «Прагматика коммуникации» моего учителя Пола Ватсловика. Non è stato solo il fondamento della comunicazione in ambito psicologico. Стала не только основанием для коммуникации в психологии. Ma è stato in tutti questi 50 anni un fondamento dell'applicazione della comunicazione a tutte le discipline. Dalla fisica sino al mondo giuridico. От физики до юриспруденции. E proprio perché il suo tipo di strutturazione come modello applicativo era anche quello che più si rifaceva ai criteri della scienza moderna. Superando il riduzionismo di un certo modo di fare scienza ottocentesco. Преодолевая редукционизм видения науки 19 века. Quando io sono stato là la prima volta per 4 mesi, когда я впервые поехал туда на 4 месяца, ho sperimentato quello che è sintetizzato in un aforisma di Gregory Bateson. Я смог практически применить то, что синтетически содержалось в афоризме Грегори Бейтса. Non c'è nulla di più pratico di una buona teoria. Нет ничего более практичного, чем хорошая теория. E questo cambiò letteralmente la mia vita. И это буквально изменило мою жизнь. Perché vedere i maestri della psicoterapia breve, потому что увидеть в действии учителей краткосрочной психотерапии John Wickham, Paul Watzlawick, Dandy Jackson, Dandy Jackson. Riuscire attraverso dei colloqui apparentemente normali. Когда через обычные с виду собеседования коллоквиумы dare dei suggerimenti terapeutici, они давали советы психотерапевтические, che apparivano anche strani, которые временами казались странными, che però producevano dei cambiamenti terapeutici straordinari, но которые имели потрясающие терапевтические результаты. Per me questo fu una folgorazione sulla via di Damasco. Metaforicamente forse è difficile ok, fu un qualcosa che mi fece cambiare completamente prospettiva. Открытие этого как бы стало для меня открытием новой жизни. E così decisi di passare dalla filosofia della scienza. И таким образом я решил отойти от философии науки. Alla psicologia clinica e alla psicoterapia. И перейти к клинической психологии и психотерапии. E una volta tornato in Italia, e quando è venuto in Italia, poi mi sono specializzato in psicologia. Io ho deciso di specializzarmi in psicologia. E ho continuato poi la formazione andando a Palo Alto. Questa volta non più come ricercatore, ma come allievo per imparare il metodo della psicoterapia. Но как ученик, чтобы изучить этот метод психотерапии. Del Mental Research Institute. В этом институте. E ho avuto la grande fortuna e grande onore. E мне очень повезло.
e è mia grande честь. Di essere poi stato scelto da Paul Watzlawick. Я был среди избранных Полом Ватсловиком. Come suo principale allievo ed erede. Как его основной ученик и наследник. E questo ovviamente ha determinato ulteriori cambiamenti nella mia vita. И это естественно определило следующие изменения в моей жизни. E avere un tale maestro mi ha costretto a dovermi migliorare continuamente. Sapete perché? Ci sono molti differenti tipi di maestri. Ci sono quelli che ti stimolano continuamente, ti controllano continuamente. Бывают учителя, которые стимулируют тебя постоянно, контролируют тебя постоянно. Ci sono quelli che ti vogliono tenere costantemente sotto. Есть те, которые хотят, чтобы ты все время был у них под колпаком. Ci sono quelli che pretendono che tu sia una sorta di servitore. Есть те, которые хотят, чтобы ты был чем-то вроде слуги. Ci sono quelli rari. Есть те редкие. Come Paul Watzlawick. Как Paul Watzlawick. Che mai ti diceva fai o non fa? Però misurava quello che tu facevi. E se tu sbagliavi? Non esistevi più. Quindi, immaginate il tipo di crescita. In 20 anni di collaborazione nei quali abbiamo tenuto insieme seminari e conferenze in giro per il mondo non mi ha mai detto una volta bravo, la volta che si è un po' sbottonato di più fu durante un'importante conferenza negli Stati Uniti. Было во время одной важной конференции в Соединенных Штатах. Dopo un'ovazione del pubblico. После овации публики. Lui mi ha battuto qui sulla spalla. Он меня так по плечу похлопал. E mi ha detto non è andata abbastanza male. И сказал, ну что ж, прошло не так плохо. Ma io devo ringraziare il suo stile. Но я должен поблагодарить его стиль. Perché non è stato solo un maestro di teoria e di applicazione di un modello. Потому что он был не только учителем теории и прикладной модели. Ma anche un maestro di vita, di stile. Но также и учителем жизни, учителем стиля. Ma andiamo proprio dall'inizio e vediamo come nasce la terapia breve strategica evoluta. Ну начнем с самого начала. Посмотрим, как же зародилась стратегическая психология, кратковременная стратегическая психология. И ora facciamo quattro passi dentro questa teoria, dentro questo metodo. И сделаем четыре шага внутри этой теории и этого метода. Quando io sono arrivato nei primi anni 80 al Mental Research Institute. Когда в начале 80-х я приехал в этот американский институт. Questo gruppo di ricercatori aveva formalizzato un modello di intervento terapeutico strutturato in una sequenza di modalità decisamente semplice da cogliere ma non così semplice da applicare. Sapete che quello che già indicavano gli antichi ellenici era che le cose semplici sono molto più difficili da realizzare di quelle complicate. E questo era il caso. Il modello della terapia breve paloaltiano è strutturato esattamente come è strutturata la ricerca scientifica.
структурирована именно таким образом, как структурируется научное исследование. Arriva un paziente. Приходит пациент. Tu devi definire insieme a lui il suo problema. И ты должен определить, в чем его проблема. E devi giungere a una definizione concordata del problema. И вы должны достигнуть согласованного видения проблемы. Così come devi accordare con lui in modo chiaro l'obiettivo dell'intervento terapeutico. Также как ты должен с ним согласовать цель терапевтического вмешательства. Una volta che hai concordato queste due cose, когда вы договариваетесь об этих двух вещах, il costrutto operativo più importante di questo modello, самый важный оперативная конструкция в этой модели, è osservare quali sono i tentativi di soluzione che il soggetto o la famiglia ha messo in atto fino ad ora per combattere il problema. Понять, какую стратегию выбирает пациент или семья для решения существующей проблемы. E verificare se questi tentativi di soluzione hanno funzionato o non hanno funzionato. И проверить, вот эти попытки решения проблемы сработали или не сработали. È importante sottolineare che è evidente che se la persona viene con un disturbo, и понятно, что если человек приходит к вам с расстройством, nella maggioranza dei casi i suoi tentativi di soluzione sono fallimentari. Очень часто его попытки справиться с этим расстройством не успешны. Ma il costrutto di fondo dell'approccio di Palo Alto, но основной подход Palo Alto, è proprio il concetto di tentata soluzione. Это именно концепция попытки решения, che se non funziona, которая, если не работает, finisce per complicare il problema e renderlo peggiore. Если оно не работает, оно усугубляет проблему и делает ее еще более серьезной. Quindi l'intervento terapeutico, таким образом, терапия, è focalizzato nell'interrompere il circolo vizioso, направлена на то, чтобы разорвать этот порочный круг, fra i tentativi di soluzione fallimentari e il mantenimento del problema. Между неуспешными попытками решить проблему и самой проблемой. Per fare un esempio concreto. Чтобы привести конкретный пример. Se una persona ha paura di una situazione. Если человек боится какой-то ситуации. E come appare nella maggioranza dei casi. И как кажется в большинстве случаев. Dichiara che cerca di evitare assolutamente di trovarsi in quella situazione. Всеми способами старается избежать, чтобы он оказался в такой ситуации. Da questa prospettiva. Из этой перспективы. Ciò che è importante è considerare che il suo evitamento alimenta il problema. Это понять, что вот это его, эти его попытки избежать проблемы, они подкармливают эту проблему. Se io ho avuto una situazione che mi spaventa, если я стараюсь избегать ситуации, которые меня пугают, confermo a me di non essere in grado di fronteggiarli. Таким образом я подтверждаю, что я не в состоянии с ней справиться. E ogni volta che confermo a me di non essere in grado di fronteggiarla, faccio aumentare la mia paura. И каждый раз, когда я убеждаю, что я не в состоянии справиться с этой проблемой, мой страх увеличивается. Quindi l'evitamento, se lì per lì fa sentire salvi, и таким образом избегание, несмотря на то, что оно позволяет мне чувствовать себя в безопасности, nel suo reiterarsi, но в своем повторении, alimenta e fa peggiorare il disturbo fobico. Подкармливает и ухудшает вот это фобическое расстройство. Allora, nel modello della terapia breve strategica, и таким образом в модели стратегической краткосрочной терапии, l'intervento terapeutico sarà fare in modo che il paziente cessi di evitare ciò che lo spaventa. Главным будет прекратить, чтобы пациент избегал того, что его пугает. Impari a fronteggiare, чтобы он научился встречаться с этой проблемой, quel qualcosa che se evita gli farà aumentare il problema. Потому что то, чего он избегает, оно подкармливает и увеличивает его проблему. Quello che era già straordinario osservare a quel tempo, то, что было удивительным видеть уже в то время, era come se il terapeuta riusciva a ottenere questo, это
это увидеть как? Если терапевту удавалось сделать это? Il disturbo immediatamente si rompeva. Расстройство мгновенно исчезало. E il paziente guariva rapidissimamente. Il paziente очень быстро выздоравливал. E questo era stupefacente in quegli anni dove l'idea di terapie brevi era assolutamente inconciliabile con i modelli tradizionali. И это было потрясающе для того времени, потому что модели краткосрочной терапии в то время не согласовывались с традиционными клиническими моделями. Basati questi sulla teoria psicodinamica. Те, которые основывались на психодинамической психологии. E quindi sulla prolungata ricerca delle cause nel passato. Когда исследование отводилось в отдаленное прошлое. Per risolvere i problemi nel presente. Чтобы разрешить проблемы настоящие. Quello che è curioso è che mentre a Palo Alto questi ricercatori mettevano appunto questo metodo terapeutico. Что интересно, если в Palo Alto пытались установить вот этот терапевтический метод. Il più importante filosofo della scienza del secolo scorso, Karl Popper. Один из наиболее важных философов науки прошлого века, Карл Поппер. Parallelamente. Параллельно. Parlando dei criteri della ricerca scientifica, рассуждая о критериях научного исследования, illustrava che la ricerca scientifica funziona secondo un modello sequenziale, показывал, что научное исследование работает по определенным последовательностям, che è esattamente lo stesso, которые являются такими же. Popper dice qual è il metodo di uno scienziato. Popper говорит, какой же метод использует ученый? Tutto inizia quando si inciampa su un problema. Questa è la sua definizione bellissima. Все начинается, когда вы встречаетесь с проблемой. La scienza inciampa su un problema e risolto. Наука встречается с неразрешенной проблемой. Il primo compito dello scienziato. И первая задача ученого. È studiare come funziona il problema. Выяснить, как же работает эта проблема. Definire il problema nelle sue caratteristiche. Определить характеристики этой проблемы. E chiarire a se stesso. И выяснить для себя самого. L'obiettivo da raggiungere. Какую цель я должен достигнуть. Dopodiché. После чего. Studiare tutti i tentativi che la scienza ha fatto per risolvere quel problema senza riuscirci. Исследовать все попытки, которые делала наука для того, чтобы разрешить эту проблему, и ей этого не удалось. И quelli in cui invece la scienza è riuscita a risolvere quel problema. И то, как науке удалось разрешить эту проблему. Se ci sono dei tentativi di soluzione che hanno funzionato, если есть попытки решения, которые сработали, verificare se possono essere replicabili nel presente. Проверить, можно ли их повторить в настоящем времени. Se così è, applicarli. Если это так, то применить их. Ma così non è nella maggioranza dei casi. Ну, чаще всего так не бывает в большинстве случаев. Nella maggioranza dei casi tentativi di soluzione si mantengono fallimentari. Чаще всего попытки решения неуспешны. Oppure quelli che hanno funzionato in un passato. Либо те, которые сработали в прошлом. Non possono essere replicati nel presente. Не могут быть снова применены в настоящем. Quindi anche la ricerca scientifica. И таким образом и научное исследование. Come la terapia breve strategica. Так же, как и краткосрочная стратегическая терапия. Si focalizza nel trovare soluzioni alternative a quelle che non hanno funzionato. Концентрируется на поиске альтернативных решений тем, которые не сработали. Quindi, come vedete, c'è una completa sintonia. Как вы видите, здесь есть такая сложная согласованность. Da un punto di vista metodologico. С методологической точки зрения. Tra un modello di terapia breve strategica. Между краткосрочной стратегической терапией. E l'applicazione del metodo scientifico. И применение научного метода. Il paradosso nel mondo della psicologia. Парадокс психологического мира. È che in realtà tutti gli altri esponenti di modelli differenti. В
том, что представители всех других методов hanno sempre accusato la terapia breve strategica всегда обвиняли представителей краткосрочной стратегической терапии di non essere abbastanza rigorosa в том, что она недостаточно тверда semplicemente perché si evita la ricerca delle cause nel passato потому что она не занимается поиском причин в прошлом ma questo poiché come la scienza ci spiega но это потому, как объясняет нам наука quando io voglio risolvere un problema когда я должен решить проблему io posso ricostruire come si è formato dal passato al presente я могу реконструировать, как сформировалась эта проблема от прошлого к настоящему ma se lo voglio risolvere devo cambiare la sua persistenza nel presente но если я хочу ее решить я должен изменить ее существование в настоящем la sua formazione nel passato non posso più cambiare ее формирование в прошлом я изменить не могу è già avvenuta это уже произошло nemmeno il buon Dio può cambiare il nostro passato даже Господь Бог не может изменить наше прошлое mentre tutti possiamo cambiare il presente e migliorare il futuro но мы все можем изменить настоящее и улучшить будущее quindi la domanda non è più perché esiste un problema и следовательно вопрос уже не почему существует проблема e quali sono le sue cause и каковы ее причины la domanda è come funziona il problema вопрос а как же работает эта проблема e quale può essere la sua soluzione и каким может быть ее решение e come vedete nel mondo della psicoterapia entrò per la prima volta la logica и как вы видите в мир психологии впервые появляется логика una logica rigorosa твердая логика una logica scientifica научная логика è chiaro che questo creò un uragano nel mondo delle teorie psicologiche e psichiatriche понятно что это вызвало ураган в мире психологии и психиатрии dominate da una visione psicodinamica в которых доминировала психодинамическое видение ma voi dovete sapere che Karl Popper, ну, как вы знаете, Карл Поппер, quando gli hanno chiesto di analizzare se la psicoanalisi potesse essere ritenuta una scienza, когда его попросили проанализировать, является ли психоанализ наукой, ha dichiarato fortemente, четко заявил, che siccome non risponde al principio della confutazione, della la spiegazione per la validità per errore. Так как она не отвечает требованиям оценки ошибки или правдивости. Ovvero un modello scientifico deve dimostrare non solo dove funziona. Исследовательно научная или научная теория должна показать не только то, где она работает. Ma deve dimostrare anche dove non funziona. Но должна показать, где она не работает. E se un modello non dimostra dove non funziona. И если модель не может показать, где она не работает. Che vuol dire se non può essere falsificato. То есть если она не может быть сфальсифицирована. Non è un modello scientifico. Это не научная модель. E allora Popper dice la psicoanalisi. И таким образом Поппер говорит психоанализ. Funziona sempre. Всегда работает. E non può essere un modello scientifico. И таким образом не может быть научной моделью. Ma funziona sempre secondo i suoi autori. Но всегда работает согласно своим авторам. Perché se il paziente non migliora attraverso l'analisi. Потому что если у пациента не наступает улучшение в процессе анализа. Vuol dire che è troppo resistente. Это говорит о том, что он слишком сопротивляется. Se il paziente migliora attraverso l'analisi. Если пациент улучшается в процессе анализа. Vuol dire che l'analisi funziona. Это значит анализ работает. La teoria vince sempre. Всегда побеждает теория. La responsabilità è sempre del paziente. А ответственность всегда на пациенте. Questo è un modello assolutamente non falsificabile. Это модель, которую нельзя сфальсифицировать. E quindi non può essere ritenuta scientifica. И следовательно ее нельзя признать научной. Ma voi non potete immaginare. Но вы не можете себе представить. Quanto tuttora questa affermazione possa far arrabbiare i colleghi. Как до сих пор вот это утверждение злит коллег. Che sono legati ai modelli psicodinamici come a una fede religiosa, non a un modello scientifico. Потому что они привязаны вот к этой психодинамической модели.
modelli как по какому-то религиозному принципу, а не как к науке. И mettere in discussione questa cosa. И поставить под сомнение это. È come togliere loro i fondamenti della loro identità personale. Также как поставить под сомнение основы их личности. E questo è quello che è avvenuto appunto alla fine degli anni 70 e negli anni 80. И это то, что произошло в конце 70-х, начале 80-х. Io ho imparato questo metodo. Я изучил этот метод. E dentro questo metodo una componente essenziale. И внутри этого метода основной компонент. Oltre alla logica sequenziale del modello. Помимо вот этой логики последовательных шагов. Era la comunicazione terapeutica. Еще один важный момент – это терапевтическая коммуникация. La comunicazione terapeutica intesa come per il terapeuta lo strumento essenziale di intervento. Терапевтическая коммуникация, которая воспринимается как коммуникация, как терапевтический инструмент терапевта. Il linguaggio terapeutico sta al terapeuta. Терапевтический язык принадлежит терапевту. Come il bisturi sta al chirurgo. Также, вернее, он пользуется так же, как хирург пользуется скальпелем. È lo strumento di intervento. Это инструмент вмешательства. Se io voglio far cambiare una persona il suo modo di percepire la realtà. Если я хочу, чтобы у человека изменилось восприятие реальности. Che determina le sue risposte disfunzionali. Которые и определяют его ответы как дисфункциональные. Il veicolo principale è la comunicazione. Через что я определяю это коммуникация? Perché grazie a questa. Потому что благодаря этому. Io posso influenzare il suo comportamento e il suo atteggiamento. Я могу повлиять на его поведение и на его отношения. E fargli sperimentare nuove sensazioni e nuove esperienze. И помочь ему испытать новые ощущения и новый опыт получить. Che sono necessarie per fargli ottenere il cambiamento terapeutico. Которые необходимы для того, чтобы у него произошло терапевтическое изменение. E come vedremo un linguaggio terapeutico. И как мы увидим терапевтический язык. Si differenzia moltissimo dal linguaggio della spiegazione. Очень отличается от языка объяснения. Vi faccio un esempio che può essere un po' provocativo. Я приведу вам пример, который можно рассматривать немного как провокационный. La stragrande maggioranza di coloro che insegnano. Большинство людей, которые преподают. Non sono bravi terapeuti. Не очень хорошие терапевты. Per un motivo molto semplice. По очень простой причине. Perché sono addestrati, abituati al linguaggio della spiegazione. Потому что они приучены к языку объяснений. Descrivono le cose, devono far comprendere le cose, devono far capire le cose. Описывают вещи, объясняют вещи, должны сделать вещи понятными. E quindi usano un linguaggio indicativo. И таким образом используют язык указания. Un buon terapeuta. Хороший терапевт. Invece deve far sentire le cose. Должен почувствовать, заставить почувствовать вещи. Deve creare nuove sensazioni, nuove prospettive, nuove esperienze. Должен создать новые ощущения, новые перспективы, новые опыты. E per ottenere questo il suo linguaggio sarà performativo. И поэтому его язык будет перформативный, как представление. Vuol dire un linguaggio che io mentre lo uso ti influenza, ti fa sentire cose diverse. То есть это тот язык, который, когда я его использую, заставляет тебя чувствовать, дает тебе новые ощущения. Non è un linguaggio della spiegazione, è un linguaggio della sensazione. Это не язык объяснений, это язык чувств. Il grande linguista Austin. Великий лингвист Austin. Divide infatti il linguaggio in linguaggio. Делит язык на язык. Indicativo e il linguaggio performativo. Указательный и перформативный. I terapeuti devono essere performativi nel loro comunicare. I terapeuti devono essere performativi nel loro общении. Gli insegnanti devono essere invece indicativi nel loro spiegare. А учителя в объяснении должны быть указательными. E il linguaggio performativo. Этот перформативный язык. Non è un linguaggio solo basato sulla razionalità. Это язык, который основывается не только на рациональности. Ma è un linguaggio pieno di suggestioni. Но это язык полный
conosciate perché è della vostra cultura, Roma Jacobson. Автор, которого, я думаю, вы все знаете, потому что он принадлежит вашей культуре, Роман Якобсен. Uno dei più grandi linguisti del secolo scorso. Один из великих лингвистов прошлого века. Nel suo spiegare le funzioni linguistiche. В объяснении лингвистических функций. Illustra proprio come un linguaggio performativo. Показывает, как перформативный язык. È molto vicino al linguaggio poetico, al linguaggio letterario. Очень близок к языку поэтическому, литературному. Quindi fa ricorso a metafore, analogie, narrazioni. Прибегает к метафорам, аналогиям, описаниям. E alterna il linguaggio esplicativo. И перемежает объяснительный язык. Con il linguaggio analogico. С аналогическим языком, который использует аналогии. Ma questo avremo modo di approfondirlo durante il seminario. Это у нас будет еще возможность углубить во время семинара. Questo solo per dirvi che fin dalla sua prima formulazione. Это просто для того, чтобы сказать вам, что с самого начала формирования. Da parte di Paul Watzlawick. Со стороны Пола Watzlawick. La terapia breve strategica ha avuto due importanti anime. Краткосрочная стратегическая терапия имела две больших души, важных души. La logica dell'intervento. Логика вмешательства. E il linguaggio terapeutico. И терапевтический язык. Quando io ho conseguito la mia formazione. Когда я завершил мое образование. Nel 1985. В 85. Tornando in Italia. E aprendo la mia prima attività di psicoterapeuta e ricercatore in questo ambito. Attrezzando il mio studio con tutte le telecamere. Per studiare la comunicazione con i pazienti, per verificare i risultati. Чтобы исследовать общение с пациентом и проверить потом результаты. Video registrando ogni terapia. Я записывал каждую терапевтическую встречу. Quindi utilizzando persino la tecnologia moderna. Già allora. В то время я уже мог использовать самые новейшие технологии. E questa è un'altra cosa che a quel tempo faceva scalpore. Это еще одна вещь, которая потрясала в то время. Perché solo in ambito sistemico e strategico. Потому что только в области системных и стратегических. Per la prima volta si poteva studiare una dinamica terapeutica in maniera rigorosa e tecnologica con le videoregistrazioni. Можно было исследовать психологические динамики через видеозапись. Quindi il setting cessava di essere un mondo misterico. Dove non si poteva entrare. Встреча с психологом оставалась тайной, в которую нельзя было вмешиваться. E questo fu l'inizio del mio contributo personale all'evoluzione del modello. И это был мой первый вклад в развитие модели. Perché cominciando ad applicare il metodo che avevo imparato dai maestri. Потому что начав применять метод, который я выучил у учителей. La prima cosa che appariva piuttosto chiara. Первое, что казалось в общем-то ясным. È che c'è una bella differenza fra curare un paziente negli Stati Uniti e un paziente in Europa. Выяснилось, что есть большая разница между лечением пациента в Соединенных Штатах и в Европе. L'ultima mia parte della formazione è stata essere supervisionato. Da Paul Watzlawick e John Wickham. Последняя часть моего образования состояла в том, что я работал под руководством Пола Watzlawick и Джона Уикленда. E quando io portavo loro i miei casi. И когда я приносил им мои случаи. Spiegavo a loro come c'era una bella differenza fare terapia in Italia che farla negli States. Я объяснял им, что есть большая разница проводить терапию в Италии и в Соединенных Штатах. Perché gli americani per loro cultura культуре, sono molto osservanti le prescrizioni. Se tu dici a un americano fai questo e le cose andranno bene, lui lo fa. Если ты скажешь американцу сделай так и все исправится, он будет это делать. Se tu dici a un italiano fai questo.
questo? E se tu scagli italiano, сделай это. La sua prima risposta è: perché dovrei farlo? Его первый ответ будет: почему я должен это делать? E poi, siamo sicuri che sia la cosa giusta? И второй тогда, мы уверены, что это правильно? Poi non mi piace che sia lei a dirmi cosa io devo fare. Потом еще скажет: мне не очень нравится, что это вы говорите мне, что я должен делать. Ci sono molte più resistenze al cambiamento. Здесь гораздо больше сопротивления к изменениям. Ma la stessa cosa se fate questo con un francese. Ma то же самое, если вы попробуете это провести с французом. Perché lui vuole intellettualmente teorizzare su ciò che dite. Потому что он хочет интеллектуально поразмышлять над тем, что вы ему говорите. Una cosa simile la fanno anche gli spagnoli. Нечто похожее происходит с испанцами. Perché sono piuttosto diffidenti. Потому что они недоверчивы. E poi dicono: io voglio essere libero di fare quello che voglio. И потом они говорят: я хочу быть свободен, делать то, что я хочу. Gli unici che somigliano poi americani sono i tedeschi. Единственные, кто немного похож на американцев, это немцы. Англосаксоны. E loro sono ubbidienti. Они послушные. A loro basta dare ordini. Достаточно давать приказы. Per quello che mi spiegano i miei collaboratori russi. Как мне объясняют мои русские сотрудники? I russi sono molto simili agli italiani. Русские очень похожи. E i bielorussi pensano la stessa cosa. Я думаю, что и белорусы тоже самое. Io vado da più di 12 anni, tutti gli anni a Mosca. Более 12 лет я езжу каждый год в Москву. E tengo un seminario come questo. E я провожу такие же семинары, как сегодняшний. E in ogni mio seminario. И на каждом семинаре. Io faccio almeno una dimostrazione pratica. Я провожу как минимум одну практическую демонстрацию. È quello che spero di fare anche oggi con voi. То, что я надеюсь, мне удастся сделать сегодня с вами. Ovvero una persona viene e porta un problema. Приходит человек со своей проблемой. E io faccio un dialogo terapeutico per risolvere quel problema. И я делаю терапевтический диалог для разрешения этой проблемы. E io ho sperimentato quelle resistenze al cambiamento dei russi. И я понял, что сопротивление к изменениям у русских. Sono molto simili a quelle degli italiani. Очень похожи на те, что у итальянцев. E a quel tempo quindi dicevo ai miei maestri. И тогда я говорил своим преподавателям. In Europa. Europe, il linguaggio che dobbiamo utilizzare deve essere molto più elaborato di quello che si fa in America. Язык, который использует терапевт, должен быть гораздо лучше обработан, чем тот, который используется в Америке. Devi davvero persuadere le persone a seguirti. Ты должен убедить человека следовать своим предписаниям. Perché non sono così collaborative come gli americani. Потому что они не настолько склонны к сотрудничеству, как американцы. E dimostrando loro questa esigenza e facendo toccare con mano questo a Paul Watzlawick ogni volta che veniva in Italia a lavorare o durante i nostri workshop in Europa si rese necessaria la prima evoluzione del modello di terapia breve strategica. Мы пришли к необходимости первого развития стратегической и краткосрочной терапии. Perché nel modello originale americano, потому что в оригинальной американской модели le fasi erano tre. Было три фазы. Conoscere il problema, узнать проблему, osservare le tentate soluzioni, рассмотреть попытки разрешения, rovesciarle rompendo il funzionamento, перевернуть их, чтобы разбить их действие, una volta ottenuto il cambiamento terapeutico, и как только произошло изменение, ridefinire il risultato, снова определить результат, e chiudere la terapia, и закончить терапию. In Europa questo non basta. В Европе этого недостаточно. Quindi la prima evoluzione è stata. И первая эволюция, развитие было. Prima fase la stessa. Первая фаза такая же. Devi definire il problema, accordare gli obiettivi. Определить проблему и согласовать цели. Seconda fase, studia le tentate soluzioni. Вторая фаза, исследуешь попытки решения. Che alimentano il problema. Те, которые подпитывают проблему. E intervieni su esse. Строишь свое на них воздействие. Rompendo l'effetto di circolo vizioso. Стараясь разрушить замкнутый круг.
ma poi dopo, non possiede, invece che semplicemente ridefinire il risultato e chiudere la terapia, è necessaria una fase, che è la fase più lunga, in cui devi guidare la persona a comprendere tutto quello che è avvenuto prima, e a costruire un nuovo equilibrio che vada a sostituirsi a quello patologico iniziale. E poi chiudere la terapia. Quindi la terapia inizia nello stesso modo. То есть терапия начинается также. Procede attraverso stratagemmi terapeutici. Проходит через терапевтические стратегии. Che rompono la rigidità del sistema per cui la persona costruisce la sua realtà. Которые разрушают ригидность системы, через которую пациент строит свою реальность. Poi c'è una terza fase più cognitiva. Потом есть третья фаза, более когнитивная. In cui si deve far comprendere tutto quello che è avvenuto prima come se fosse una magia. В которой ты должен показать пациенту все то, что произошло раньше, как будто бы это было как по магии, как по волшебству. E all'ultima seduta, и на последнем, на последней встрече, essere sicuri che il paziente ha realizzato tutto questo, быть уверенным, что пациент понял все это, altrimenti, иначе, la persona può proporre ricadute sul disturbo. Может предложить ricadute del sintomo, o si ripresenta il sintomo. Иначе может получиться, что симптом появится снова. Questa fu la prima evoluzione. И это была первая развитие эволюция. Tra la terapia tradizionale palovertana e il modello della terapia breve evoluta. Между классической терапией Пало-Альто и развитой или эволюционной психотерапии, краткой психотерапии стратегической. Ovvero adattare un modello puramente americano a una realtà europea. Что по сути состояло в адаптации американской модели к европейским реальностям. E quindi anche il linguaggio diveniva molto più elaborato, molto più persuasorio. И таким образом и язык становился гораздо более отработанным и более убедительным. E anche le tecniche, gli stratagemmi terapeutici dovevano essere più sottili. И техники психологических стратегий должны были быть более тонкими. E fu questo primo progetto di ricerca iniziale. И это был первый проект первоначального исследования. Che condusse alla seconda evoluzione, la più importante. Который привел к следующему развитию эволюции, наиболее важному. Ovvero trasformare un modello generale. Или преобразовать общую модель. Che si applica nello stesso modo a tutti i differenti tipi di problemi, in una serie di modelli specificatamente costruiti per le differenti patologie. К отдельным моделям специфичным, которые применяются к определенной патологии. Per essere chiari, чтобы быть более понятными. Quando io sono tornato in Italia, когда я вернулся в Италию, e ho iniziato la mia attività clinica, и начал клиническую деятельность, la maggioranza dei pazienti che arrivavano in terapia, большинство пациентов, которые обращались за терапией, come avviene tuttora, как происходит до сих пор, erano soggetti che portavano disturbi nell'area fobica, ossessiva, compulsiva. Это были пациенты, у которых были расстройства в области фобии, компульсивные расстройства и ассоциативные. Calcolate che se voi mettete insieme, представьте, что если вы все это соедините, tutta l'area degli attacchi di panico, это панические атаки, dei disturbi ossessivi e compulsivi, ассоциативно-компульсивные расстройства, sia quelli basati sulla paura che quelli basati sul piacere, те, которые базируются на страхе и на удовольствии. Che vuol dire includere disordini alimentari. Следовательно, сюда мы включаем еще и расстройство питания. Voi avete il 90% dei pazienti che si riferiscono per chiedere aiuto.
И все это 90% пациентов, которые обращаются за помощью. E siccome mi trovavo a lavorare con questa casistica, e dato che ho lavorato именно с этими случаями, e questa casistica non era stata abbastanza studiata a Palo Alto, и эти случаи были недостаточно изучены в Palo Alto, perché la terapia a Palo Alto aveva preso avvio dagli studi sulla schizofrenia e sulle psicosi. Терапия Palo Alto родилась из лечения шизофрении и психозов. E quindi ho osservato là soprattutto interventi su queste aree di patologia. Именно поэтому там больше внимания уделялось именно этим аспектам. Ben poco lavoro sui disturbi fobici ossessivi. И достаточно мало там изучались фобические расстройства или ossessivi. Mentre io trovandomi a fronteggiare soprattutto casi di questo tipo, в то время как я когда вернулся, в основном сталкивался именно с этими типами расстройств. Ho cominciato a studiarli usando il modello non solo come terapia ma come strumento di indagine scientifica. Я начал исследовать эти случаи и использовать модели не только как в качестве терапии, но и в качестве научно-исследовательского метода. E quello che è emerso immediatamente, chiaro, и что сразу стало ясно, era che le persone che hanno un certo tipo di problema было видно, что люди, имеющие определенный вид проблем, che corrisponde con una patologia strutturata, которые соответствуют определенной структурной патологии, mettono in atto le stesse tentate soluzioni disfunzionali. Они, как правило, используют одни и те же попытки решения этой проблемы. Quindi lo strumento dell'osservazione delle tentate soluzioni, и, следовательно, инструмент, используемый в наблюдении вот этих попыток решения проблемы, да, техника терапевтика, дает, да, да, техника терапевтика, come provenienza, от терапевтической техники, si trasformava in uno strumento di indagine formidabile, преобразуется в исследовательский, потрясающий исследовательский инструмент, per conoscere il funzionamento delle differenti patologie. Чтобы понять, как функционируют разные виды патологии. I professori qui presenti di psicologia sociale, здесь присутствующие психологи, социальные психологи, sanno bene che questo è il metodo della ricerca e intervento. Знают, что это способ психологии. No, ricerca e intervento. Что этот способ применяется в исследовании сеансов терапевтических. Formulato dal grande Kurt Levin. Сформулированный Куртом Левином. E questa metodologia è quella che di più di ogni altro ha influenzato il mio lavoro. Именно это направление в наибольшей степени повлияло на мою работу. Kurt Levin sosteneva, se vuoi conoscere come funziona un problema, Курт Левин утверждал, если ты хочешь понять, как работает проблема, cambiare il funzionamento. Измени ее работу. Se tu riesci a cambiare strategicamente il funzionamento di un sistema, если тебе удастся стратегически изменить то, как работает система, questo ti permette di conoscere come funziona davvero. Это тебе поможет понять, как она по-настоящему работает. Come vedremo anche questo metodo negli ultimi anni si è ancora più evoluto. И как мы увидим, этот метод в последние годы тоже развился. Ma allora in quegli anni, годы, questa osservazione empirica fu veramente fondamentale per tutto il mio lavoro. Это практическое наблюдение было фундаментальным для всей моей работы. E vi faccio un esempio più chiaro per tutti. E я вам приведу самый простой пример для всех. Tutti coloro che soffrono di un disturbo da panico, все, кто страдают паническими расстройствами, di un disturbo fobico ossessivo, расстройствами фобика обсессивными, se voi osservate il loro comportamento, если вы понаблюдаете за их поведением, il loro agire contro la paura, как они реагируют на страх, mettono in atto le stesse tre tentate soluzioni disfunzionali, tutti. Все они используют три основных стратегии попытки решения проблемы. Di fronte a una situazione temuta, la persona tende a evitarla. Перед лицом
сторону вот этой ситуации, которую они боятся, они стараются ее избежать. Questa è la prima tentata soluzione. Это первая попытка. La seconda è, se non può evitare, cerca qualcheduno che lo aiuti o lo protegga. Если он не может избежать ее, вторая попытка, найти кого-нибудь, кто поможет или защитит. La terza, cerca di controllare le proprie reazioni reprimendole. И третья попытка постараться контролировать свои ощущения и подавить их. O non volendoci pensare. Или просто не хотеть об этом думать. Cercando di distrarsi. Постараться отвлечься. Se voi sommate queste tre tentate soluzioni, если вы соедините эти три попытки, voi vedete che una persona che applica l'evitamento, la richiesta d'aiuto e il tentativo fallimentare di controllo, вы увидите, что человек, который пытается применить отрицание, поиск помощи или отвлечение, nei confronti di una situazione, по отношению к ситуации, dopo poco tempo costruisce una reazione fobica nei confronti di quella situazione. Вы увидите, что у человека сформируется вот эта фобическая реакция на определенную ситуацию. Le tre tentate soluzioni fanno costruire gradatamente un disturbo fobico ossessivo. Все вот эти три попытки, они ведут к тому, что у человека формируется фобический обсессивный реакция. La riprova del 9. И in matematica si dice la riprova del 9 è quando tu dimostri un teorema facendo un calcolo. Però non si prende accezione. Vabbè, ok. La riprova più rigorosa è che se tu interrompi queste tre tentate soluzioni, il panico cessa di esistere immediatamente. Panica тут же пропадет. Sembra una magia. Это кажется магией. Quindi una persona cessa di essere fobica se interrompe i tre tentativi di soluzione che alimentano la sua fobia. Следовательно, человек перестанет испытывать страх, если нарушить вот эти три способа решения этой проблемы страха. E questo fu davvero il primo tipo di conoscenza evoluta. И это был один из первых попыток исследования работы стратегического подхода. E lo studio degli stratagemmi terapeutici in grado di far cessare di mettere in atto le tentate soluzioni fallimentari. Исследование стратегий, которые помогут разорвать вот эти обреченные на неудачу попытки, diventò il focus della ricerca in quegli anni. Стало в центре исследования этих лет. E così cominciai a sperimentare tutta una serie di tecniche. И я начал использовать различные техники. Per far sì che il paziente fobico, чтобы добиться того, чтобы пациент с фобией, sostituisse quei copioni disfunzionali con altri funzionali. Смог заменить дисфункциональные модели на функциональные. E questo ha anche degli aspetti simpatici. И у этого есть такие симпатичные тоже стороны. Perché una delle prescrizioni più importanti descritte nei miei primi libri sugli attacchi di panico. Потому что одной из моих главных рекомендаций, описанной в моих первых книгах по лечению паники, deriva da una esperienza davvero curiosa. Происходит из одного достаточно курьезного опыта. Un po' come tante volte è accaduto agli scienziati in passato. То, что происходило в свое время с учеными. Newton riceve la vela in testa per intuire il suo modello. Ньютону на голову падает яблоко, и он открывает свой знаменитый закон. Io ho ricevuto un palo in testa. Мне упал столб на голову. In quegli anni, 1985-86, ho davanti a me una paziente agorafobica molto grave, che veniva accompagnata dal marito, che poi l'aspettava alla fine della seduta.
Astrici. Perché lei non era in grado né di uscire da sola né di rimanere in un luogo da sola. Потому что она не могла ни выйти одна, ни оставаться одна в помещении. Un giorno la paziente arriva. Однажды приходит пациентка. E il marito, sapendo più o meno la durata della seduta, и муж, зная примерно сколько длится встреча, dice: tu entra dal dottore, io torno fra mezz'ora, vado a comprare delle cose. Говорит ей: ну ты иди к доктору, а я вернусь через полчаса, мне нужно кое-что купить. Noi parliamo. Мы говорим. A un certo punto, siccome era molto caldo, и в какой-то момент, так как было очень жарко, io mi alzo, я поднимаюсь, e cerco di aprire la finestra, и пробую открыть окно, sposto la tenda, отодвигаю штору, il palo della tenda in un muro molto alto si stacca, то, на чем держится штора, очень высоко наверху, отрывается, cade, mi colpisce qua, падает на меня, стукает меня по голове, con la parte aguzza, там, где острая часть. E mi fa un bel taglio della testa. И я получаю серьезное ранение. Io lì per lì mi metto a ridere, non mi accorgo che mi ha lesionato. Я шучу и не замечаю, что получил серьезное ранение. Mi siedo e parlo con la paziente che vedo sbiancare. Садюсь и продолжаю разговаривать с пациенткой, и вижу, что она бледнеет. E dico: cosa succede? Спрашиваю у нее, что произошло. E lei mi dice: lei sta sanguinando fortemente. И она мне говорит: у вас сильно идет кровь. E allora sento il sangue che cade, tutta la mia camicia era diventata rossa di sangue. Я чувствую, как течет кровь, вся рубашка становится пропитана кровью. E lei mi dice: ma lei ha bisogno di andare al pronto soccorso. И она мне говорит: ну вам нужна скорую помощь. E io dico: no, no, aspetti, vado in bagno. Нет, подождите, я зайду в туалет. Mi bagno la testa. Помою голову. E vedo che aveva ragione, perché avevo un taglio molto grande. И я захожу и вижу, что действительно она была права, у меня серьезная рана. Io entro nella sala e dico: è vero, devo andare al pronto soccorso. Захожу и говорю: действительно, мне нужна скорая помощь. E lei mi dice: non si preoccupi, l'accompagno io. И она мне говорит: не беспокойтесь, я вас провожу. Scendiamo giù, il marito non c'era. Мы спускаемся, мужа нет. Prendiamo la mia auto. Садимся в машину. E lei non guidava da 10 anni. Она 10 лет не водила. Lei si mette a guidare la mia auto e dice: no, no, stia lì, lei non può guidare. Guido io. Но она садится за руль и говорит: нет, нет, вам нельзя водить, я поведу. Arriviamo al pronto soccorso. Приезжаем в скорую помощь. E voi dovete sapere che in Italia non è mai così pronto. И вы знаете, что в Италии она не такая скорая. Aspettiamo più di un'ora. Больше часа ждем. E lei mi assiste come la migliore delle infermiere. И она помогает мне как самая лучшая медсестра. Entriamo dentro. Заходим. Mi suturano. Мне обрабатывают. Mi mettono una bella pacca qua. Накладывают большую повязку. E torniamo allo studio e lei guida. Мы возвращаемся в офис обратно, она ведет. Quando arriviamo allo studio, когда мы приезжаем, il marito era tornato. Муж вернулся. E insieme agli altri miei pazienti non sapevano cosa fosse successo. И вместе с остальными моими пациентами не знают, что произошло. E erano scesi nel portone d'ingresso per strada. Они спустились вниз по улице. E vedono arrivare questa donna che guida. И видят, как приезжает машина, женщина за рулем. E il marito dice: un miracolo, non è possibile. И муж говорит: чудо, это невозможно. Sono 10 anni che non guida. Она уже 10 лет как не водит. E vedono me con questa bella pecettola bianca in testa. Видят меня в этой белой шапочке на голове. E io riprendo il lavoro e lei va col marito. Я продолжаю работу, она идет с мужем. E dice al marito: guido io. И говорит мужу: я поведу. E prende anche l'auto del marito guidando. И садится в машину мужа и садится за руль. Cos'è accaduto? Что произошло? La persona distratta, человек отвлекся, dal dover aiutare me, тем, что я нуждался в помощи, non aveva più pensato alla sua paura, и она больше не думала о своем страхе, e era stata in grado di fare quel qualcosa che non sarebbe stata in grado assolutamente di fare. И она смогла сделать то, о чем как бы было, что не было делать не в состоянии раньше. Nella filosofia degli stratagemmi si dice: solcare il mare all'insaputa del cielo. В стратегической философии говорится: перейти в море, не зная, о чем идет речь. Lei aveva fatto qualcosa senza accorgersi. Она сделала что-то, не осознавая это. Di cui si è resa conto solo dopo averlo fatto dell'effetto. Поняла о том, что сделала только потом. E questo per lei fu quella che si chiama esperienza emozionale correttiva.
И для нее это стало то, что мы впоследствии назвали эмоциональный корректирующий опыт. Quello che si deve sempre fare per ottenere un cambiamento terapeutico. То, что всегда нужно делать для того, чтобы прийти к терапевтическому изменению. Questa è la definizione data da Franz Alexander. Это определение дал Франц Александр. Negli anni 30. В 30-е годы. E che assolutamente il fattore comune di tutte le terapie. И это общий фактор очень многих терапий. La persona per cambiare deve fare un'esperienza concreta di cambiamento che cambia le sue emozioni e le sue percezioni. Для того, чтобы измениться, человек должен пережить конкретный опыт, меняющий его и меняющий его ощущения и видения. La signora torna la settimana dopo da me. Signora вернулась ко мне через неделю. E mi dice che tutta la settimana ha preso a guidare, a uscire da sola, in pratica come se fosse avvenuta una magia terapeutica. И рассказала мне, что всю неделю она уже могла сама водить машину, выходила свободно, как будто бы вот произошло чудесное излечение. E rapidamente nelle settimane successive recuperò la sua completa autonomia, dimenticandosi degli attacchi di panico. Ближайшее последующее время ей удалось восстановить все свои функции, забыв о приступах паники. Questo mi fece molto pensare. И это наводит меня на размышления. E come la mela per Newton. Как яблоко Ньютона. Il bastone per me. Для меня это стало палкой. Fu una fonte di ispirazione. Для меня это было источником вдохновения. E allora cominciai a chiedermi quanto sarebbe bello riuscire a riprodurre un fenomeno come questo. Я начал думать, как было бы здорово снова воспроизвести такую ситуацию. Con tutti i pazienti agorafobici. Со всеми пациентами, страдающими агорафобией. Senza tutte le volte rompermi la testa e finire al pronto soccorso. Но правда, именно, чтобы каждый раз не разбивать мне голову и не ехать в скорую помощь. E allora mi viene in mente una strana idea. И так мне приходит в голову странная мысль. Mettendo insieme logica strategica. Применяя вместе стратегическую логику e comunicazione suggestiva ipnotica. И гипнотическую внушающее общение. Così cominciai a fare questo tipo di esperimento. И так я начал такие эксперименты. Paziente agorafobico davanti a me. Передо мной пациент с агорафобией. E io chiedevo al paziente. И я спрашиваю пациента. Verso la fine della seduta. Встречи, lei ora deve fare un esperimento molto importante per la nostra terapia. Вы должны провести эксперимент очень важный для нашей терапии. Lei si deve alzare. Вы должны подняться. Andare verso la porta. Подойти к двери. Fare una piruetta come ballerina. И сделать пируэт как балерина. Aprire la porta. Открыть дверь. Uscire e fare una seconda piruetta come ballerina. Выйти за дверь, сделать еще один пируэт. Poi andare verso la porta di uscita. Потом подойти к входной двери. Fare una piruetta prima di uscire, una appena uscita. Сделать один пируэт перед тем, как выйти, и один после того, как вышли. Scendere le scale. Спуститься по лестнице. Fare una piruetta prima di uscire, una appena usciti dal portone. Сделать пируэт прежде, чем выйти из подъезда, и после того, как вышли из подъезда. Girare a sinistra. Повернуть налево. Camminare. Идти. Facendo una piruetta ogni 10 passi. Делаю пируэт каждые 10 шагов. Fino a che lei incontra un negozio di frutta e verdura. Пока не встретите магазин овощной. Entra facendo una piruetta, prima una piruetta appena entrata. Зайти в этот магазин, сделав пируэт до того, как зашли, и пируэт после того, как зашли. Poi lei deve comprare una mela, solo una mela. И потом вы должны купить яблоко, одно яблоко. Ma la più rossa, la più grossa che lei riesce a trovare. Но самое большое, какое вы там найдете. E con la mela in mano. И с яблоком в руке. Lei deve tornare verso il mio studio. Вы должны вернуться ко мне в офис. Facendo una piruetta ogni 10 passi. Делаю пируэт каждые 10 шагов. Una prima di entrare, una appena entrata. И пируэт до того, как выйти, и после того, как вышли. Io l'aspetterò qui. Я вас буду ждать здесь. E questa sarà la mia merenda. И это будет мой полдник. Io vi posso assicurare. Могу вас уверить. Ci sono le videoregistrazioni. Есть у меня записи. Di centinaia di casi. Несколько сотен случаев. Nel primo anno più di 100 casi. В первый год более 100 случаев. Di agorafobici curati grazie a questa prescrizione.
пациентов с агорафобией, которые вылечились благодаря вот этому предписанию. Loro tornavano con la mela. Они возвращались с яблоком. E distratti dallo strano rituale. И были настолько увлечены этим странным ритуалом. Concentrati sul fare la lettera quello che io avevo ingiunto loro con un linguaggio ipnotico. И настолько были сконцентрированы, чтобы поплатить, реализовать вот это предписание, которое я гипнотически им внушила. Per la prima volta dopo spesso anni e anni di isolamento senza uscire. И таким образом впервые после многих-многих очень часто лет изоляции и невозможности выйти. Erano riusciti ad andare fuori e star fuori da soli almeno un quarto d'ora. Им удавалось выйти одним и около 15 минут находиться снаружи. E dopo questa esperienza emozionale correttiva. И после вот этого корректирующего эмоционального опыта. Nei giorni successivi. В последующие дни. Veniva prescritto loro a casa tutti i giorni di uscire e fare un qualcosa di simile per andare in centro a comprare un piccolo regalino per me. Altro elemento suggestivo. Alla seduta successiva la maggioranza di loro riferivano che nelle loro uscite quotidiane avevano cessato di fare le piroette perché non servivano più. Che significa? Che si erano resi conto che l'effetto suggestivo dello stratagemma non era più necessario perché avevano acquisito più sicurezza e autonomia. Был уже не нужен, потому что они почувствовали себя более самостоятельными и уверенными. E come potete immaginare questo tipo di trattamento dell'agorafobia? И как вы понимаете, такое лечение агорафобии? Così sorprendente? Такое удивительное? Anche un po' divertente? И немного забавное? Fece un sacco di scalpore. Произвело большой эффект. E rapidamente diventò una sorta di trattamento che ha fatto il giro del mondo. E molti colleghi avevano lo stesso risultato applicando la stessa cosa. L'importante è essere molto bravi con la comunicazione. Ma come vedremo, questo è stato solo un intervento iniziale. Но это была только начальная встреча. Perché qualche anno dopo. Потому что через несколько лет. Il trattamento si è evoluto con tecniche meno teatrali. Мы смогли применять лечение и техники менее театральные. E io non applico più questa tecnica da almeno 20 anni. Я такую технику не применяю уже лет 20. Anche se, come vedremo, applico delle prescrizioni che funzionano nello stesso modo, con la stessa logica. Даже если вы увидите, что техники, которые я применяю, работают по такой же логике. Per esempio sulla paura di volare. Например, с страх полетов. E il trattamento dura una seduta. Лечение длится одну встречу. Ma questo avremo modo di vederlo nel pomeriggio. Мы сможем увидеть это после обеда. E questo è un esempio di come creativamente fu costruito un modello che poi è diventato sistematico. E come vedete, è come творческий подход к решению, которое потом стало систематичным. E che calzava alla struttura del disturbo agorafobico. И которое очень подходило к решению проблемы агорафобии. Facendo in modo che la persona cessasse di utilizzare le sue tentate soluzioni disfunzionali. И это послужило тому, что человек переставал применять неуспешные стратегии, чтобы побороться со своей проблемой. Perché facendole fare quella prescrizione. Потому что заставив выполнять предписание. Ho creato un controevitamento. Я создал сопротивление избеганию. Ho creato un'esperienza che ha fatto da sola senza protezione. Я создал опыт, который можно делать одному без защиты.
e ho interrotto il tentativo di controllare le proprie reazioni perché tutto era distratto dall'eseguire il rituale. И мне удалось избежать попытки подавления проблемы, потому что человек был очень занят тем, чтобы выполнить сложный ритуал. Ma prima di concludere questa prima sessione, prendersi il caffè. Но прежде чем мы сейчас завершимся, чтобы выпить мне кофе. Poi continuare con spiegargli altre formulazioni terapeutiche. Чтобы потом продолжить и объяснить вам другие стратегии терапевтические. Perché qui siamo ancora nel 1988. Потому что мы пока еще в 88. L'anno della pubblicazione del mio primo articolo. Это год публикации моей первой статьи. Sul trattamento dei disturbi fobici. По лечению фобических расстройств. Quindi ci sono molte cose da raccontarvi ancora. То есть у меня еще много есть чего вам рассказать. Ma la cosa davvero divertente. Но забавно. È che intorno alla fine degli anni 88 viene da me in terapia una coppia che litigavano in modo furibondo e litigano anche davanti a me e chiedo a loro cosa facessero nella vita e scopro che loro due erano i fruttivendoli del famoso negozio delle mele. E io ho scoperto che loro due lavorano nel vostro magazzino dove io attraversavo le mele. Vicino al mio studio. Dove mai lavoro. Litigano. Rugarezza. Io faccio spiegare loro com'è che litigano. E io gli spiego come non rugarezza. E la moglie mi dice. E la mi dice. Poi le devo spiegare una cosa. Я должна вам кое-что объяснить. Il mondo è fatto di pazzi. Мир состоит из сумасшедших. Ma lei lo sa che negli ultimi tempi. Но вы знаете, в последнее время. Abbiamo molte persone che arrivano. Нам приходят так много людей. Entrano nel negozio facendo una piruetta come dei pazzi. Заходят в магазин, делают пируэты. E vogliono una sola mela. И хотят всего одну ягоду. E vogliono la più grossa, la più rossa. И хотят большую, самую большую ягоду. Ieri sono venuti in tre. C'era due, ma e mi sono innervosita, ho litigato con mio marito. Mi ha detto di nervosa e io ho parlato. Buon caffè.